Этот день, 25 мая, это международный день пропавших детей. 25 мая. В Латвии он тоже отмечается, и без вести ЛВ каждый год тоже отмечает этот день, потому что мы имеем непосредственное отношение к этой дате. Мы являемся с конца 2017 года членами организации Missing Children Europe. Пропавшие дети Европы. Это если дословно переводить. Участились международные случаи пропавших детей. И если взять по последнему году, в 2017 году по всей Европе участвуют 32 горячие линии, которые получают звонки, сообщения о пропавших детях. Вообще по Европе каждые 2 минуты приходит сообщение о пропавшем ребенке. 32 горячие линии из 27 стран Европы. Здесь к обращению было где-то около 190 тысяч. И по поводу насилия над детьми, и по поводу пропажи, и плохого обращения. В 2017 году, если брать пропавших детей, беглецов, 57%. В Латвии, в общем-то, картина примерно та же. Да, это больше процент. Это дети, которые убегают из дома, убегают из приемной семьи, убегают из социальных учреждений. 2018 год. Не могу привести цифры по Латвии. За прошлый год обращений по детям от 5 до 18 в безвест ЛВ звонков 34. 77% найдено в течение 2-3 часов. Были публикации за прошлый год, 9 публикаций о детях от 5 до 18 лет. Из 36 публикаций по пропавшим людям, 9 из них за этот год только о детях. Просто обращений было в этом году больше. Но это может говорить еще вот о чем. О том, что люди не сидят и не ждут, пока пройдет какое-то большое количество времени. Они обращают, они сразу ищут помощь. То есть они обращают, они бьют во все колокола. Они обращаются в полицию, они обращаются к добровольцам. Они ищут любой способ, чтобы быстрее найти этого ребенка. Если это маленький ребенок, обращаться в полицию нужно сразу. Параллельно нужно обращаться к знаком, то есть к соседям. Но полиция — это первое. Если, скажем, для ребенка не свойственно даже пропадать на час, то нужно бить с колокола сразу же. Это школьник не пришел и самостоятельно ходит в школу и школы. Если, допустим, час, он тоже может быть критическим. Обращаться в полицию нужно, это во-первых, и параллельно нужно обращаться к нам в БЗСЛВ. Когда маленький ребенок, здесь реагировать нужно молниеносно. Полиция и добровольцы реагируют в данном случае очень быстро. Если речь идет о подростках, здесь сложнее. Некоторые уже склонны к бродяжничеству. Причины могут быть обиды на родственников или сверстников, плохое обращение в семье и нарушение психического плана тоже. Есть такие случаи. Здесь нужно смотреть конкретно по ситуации, но обращаться за помощью нужно сразу и в полицию, и в добровольцы. Был случай, когда молодой человек позвонил нам и попросил нас не искать, потому что он ушел из дома и не хочет возвращаться домой. Знаем о таких случаях, когда дети сами приходили в полицию и говорили о том, что их искать не надо. Ну как, там уже социальная служба подключается. Но мы иногда и отсылали смс, мы просили детей вернуться домой, потому что их родители крайне беспокоены, не находят себе места, и дети откликались, давали о себе знать.